повысить квалификацию, сменить профессию или открыть свое дело в качестве ИП или самозанятого. Все это стало возможным благодаря проекту «Центр занятости». Обучение проводится за счет средств федерального бюджета и является для слушателей бесплатным. В Орле одним из операторов проекта является РАНХИКС, где самая востребованная программа – специалист по цифровым компетенциям в профессиональной деятельности объемом 256 часов. Изучаем облачные технологии, офисные программные продукты, систему электронного документооборота, корпоративные информационные системы, справочно-правовые системы. В общем, весь спектр информационных технологий, которые будут востребованы фактически на любой профессиональной деятельности. Программа у нас полностью дистанционная. После завершения обучения слушатель получает диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Цифровой куратор». Изучали актуальное законодательство, связанное с цифровой трансформацией, с цифровизацией, и изучали непосредственно информационные системы, цифровые платформы, к которым относятся и облачные технологии, офисные пакеты, которые также бывают и в облачном формате. Информационные системы являются важным фактором при трудоустройстве. Они позволяют быть конкурентоспособным на рынке труда. Существенным преимуществом я отмечу то, что весь пройденный материал дублируется в личном кабинете слушателя, с которым в любое удобное для меня время я могу ознакомиться и также связаться с преподавателем. В первой половине 2023 года уже направлено на обучение 442 человека. Из них прошли курс 264 орловчанина и еще обучаются 146 человек. А совсем недавно получили одобрение заявок и скоро приступят к обучению 32 жителя нашего региона. Ну а чтобы подать заявку на курс, необходимо зайти на портал «Работа России», найти ссылку федерального проекта и нажать «Узнать больше». Далее приступить к регистрации. Стефания Басрева, Дмитрий Дергачев, телеканал «Первый областной».